Итак, друзья, напоминаю вам о том, что работа на создание базы канала продолжается. Если вы хотите принять в этом участие, вы можете перечислить абсолютно любую сумму денег на предоставленные реквизиты, которые вы увидите к описанию к ролику. А если вы не можете помочь материально, то можете, просматривая до конца рекламу, и в конце видео ставить лайки. Всем спасибо. Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сегодня мы с вами научим собаку давать вам лапу. Одна из самых простых команд, здесь нет ничего сложного. Не знаю, почему этот вопрос возник, но давайте покажем. Итак, собака должна у вас сидеть, уметь уже до изучения команды лапу, потому что это наиболее удобное положение. У вас должен быть мотивационный предмет, это может быть какая-то подкормка, лакомство, если собака пищевик, либо это игрушка, если собака апортировщик. Ну и, соответственно, просто вырабатываем рефлекс. Берем лапу у собаки, говорим: лапу, молодец, хорошо, лапу. И бросаем игрушку или даем какую-то подкормку. Сидеть. Опять берем, сами берем лапу, говорим: молодец, хорошо, сядь. Лапу, делаем так, лапу, делаем так 5, 6, 7, 8, 9 раз, 10 раз, на 11, 15 или 20 раз, в зависимости от того, какая у вас собака, как вы относитесь, какие у вас взаимопонимания. Вы протягиваете просто руку и при этом говорите: лапу. И собака вам дает лапу, потому что у нее уже есть условный рефлекс. Вы говорите: молодец, хорошо, ай, браво, умница моя. И бросаете мотивационный предмет, либо даете подкормку. И закрепляете. Идите сюда. Сидеть. Лапу. Лапу. Молодец, хорошо, браво. Ну, должен повториться. Что значит, одно из правил дрессировки заключается в том, что заканчивать вы всегда должны на пике азарта, то есть на пике азарта, чтобы собака хотела вернуться к вашему тренировочному процессу. Если собака начинает уставать, я вам рекомендую прекратить это действие и повторить его, когда она будет готова. Ну вот, собственно говоря, и все. Акбар, дай. Сюда иди. Сидеть. Лапу. Лапу. Молодец, хорошо. Хорошо. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Мой хвост Акбар. Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Спасибо. Акбар. Лапу. Эту, дай лапу, вот эту. Опять что-то снес.